Миша, а ты хотел бы провести ночь в музее? С кем? Миша, ключевой вопрос не с кем, а где? В музее ночь. Нет, спасибо. Я ночь в музее по телевизору видел. Так это же кино, там все выдумка. Ночь в музее 2, тоже скажешь, выдумка? Не только скажу, но и докажу, так как я была на настоящей музейной ночи. Разрушить стереотипы, придать новый смысл обыденным вещам, представить мир в будущем – такова концепция юбилейной музейной ночи, которая прошла под девизом «Пора все менять». Культурно-исторический центр на Стрелке уже в 20-й раз распахнул свои двери ночью. Для многих погулять по залам музея после полуночи стало доброй традицией, а для современных художников – отличной возможностью представить свои работы на суд зрителей. Каждая игрушка несет на себе, безусловно, собственный индивидуальный художественный образ. Они транслируют какие-то эмоции при дарении или, не знаю, при игре. Вот, собственно, эта же игра продолжается на холсте. Наносить краски при помощи мягкой игрушки, которая в итоге становится главным героем картины. Таков творческий метод московского художника-авангардиста Растана Тавасиева под названием «Бегемотопись». Этот метод художник придумал в 2010 году и сейчас уже имеет множество последователей. Хороший обмениватель, вот я вам «Орбит», ага. А вы мне «Эклипс». Ой, это какой-то ледяные тропики, да, это очень вкусно. Казалось бы, что может делать раздетый молодой человек в музее ночью? А это перформанс, главная задача которого – определить, насколько готовы современные люди помогать другим за символическую плату. У меня была одежда, потом этой одежды не стало. И эту одежду увезли домой, и так получилось, что я домой же не поеду босиком. И у меня оказалось в руках в правой руке шило, в левой руке мыло. Но я их начал менять на разные предметы. Красной нитью через всю музейную ночь проходила идея перемен. Можно было поменять пол с помощью картонных фигур людей, оставить заявку на смену жизни или серьезно задуматься над обещаниями, которые мы даем окружающим. Пора меняться к чему? То есть возвращаться к этностилю, то есть забросить наш современный быт, там компьютеры, интернеты. В каждой, наверное, выставке, экспозиции, инсталляции можно найти элемент, вот это, намек на «пора меняться». Музейная ночь – это всегда жгучая смесь экспозиций картин, перформансов, инсталляций и современной поэзии. Только здесь могут соседствовать этнические экспозиции с авангардизмом, современная поэзия с красными комнатами Ленина, а безудержное веселье с усталостью и сном. У искусства нет границ, в том числе и временных.